что, девчонки, вот такая вот красота получилась, бирюзовая. Вот так вот она высыхает. Сейчас мы смоем, и будет у нас счастье. Кстати, маска была, сейчас скажу. Это салонная процедура, эффект салонных процедур, интенсивным омоложением. Нейромимическая маска после косметических процедур. Я дешево говорю, потому что она вот у меня все это сжалась. Марка Белита, третья. Там у них есть порядок. Там надо последовательно сделать. Но я чисто беру маску, потому что мне маска нравится. Это такой типа кислотная маска, омолаживающая, там антиэйдж и все остальное. Сейчас мы с вами смоем и будем дальше наносить уход. Все, мы собрались на улицу немножко погулять, освежиться. Приболела я очень-очень достаточно сильно. Давно так не болела ОРВИ. И несколько дней была прям в лежачем положении. До сих пор еще прям в нос разговариваю и горло болит. Даже была температура. Сейчас уладилась погодка немножко. Очень там все отлично. Вот, нанесла сегодня новый хайлайтер, хочу вам показать, поделиться. Были у меня некоторые там маленькие покупочки, сейчас сходим в фикс прайс, кое-что мне надо там подкупить для дома, вот, и сходить в видео, надо посмотреть, какие есть в ассортименте чайники, что-то хочется мне чайник поменять. И еще, девчонки, немножко у меня забарахлил увлажнитель, так что его сдам в сервисный центр, чтобы его посмотрели, если можно, отремонтировали. Там у них датчики неправильно показывают. И, короче, один датчик вылазит и не уходит. Не знаю, пускай смотрит, пока он на гарантии. Так, сегодняшний у меня аутфит. Сейчас я вам покажу. Так, ну вот я в зеркале в своем. Такой вот на мне пиджачок. Если что, будет жарко, я его сниму. Мой розовенький. Покупала его в прошлом году, не в Москве, но вот очень мне нравится, вообще такой вот он оверсайз, стильный. Футболка моя, Зара, любимая, прям вообще нравится эта футболка. И джинсики рваные, ну и на ноги там кеды белые. Вот с рюкзаком пойду, Дикенвай. Такой, короче, у меня сегодня... Ой, рюкзак упал, видок. Вот, пойдем погуляем, и вам потом уже приду, расскажу, что мы там приобрели, что купили, что у нас сегодня с погодой. Идет, конечно, мелкий дождик, вернее, прошел. Вот такой вот у меня вид из окошечка, смотрите, какое небо. Хмурое. Да, мы живем на 9-м этаже, вот такой вот у меня видок, смотрите. Там у нас детская площадка, парковка вокруг дома. Вот такой вот вид. Вот. Ну все, пойдем погуляем, и потом вам отсниму, что я приобрела в фикс прайсе, как у нас обстоят дела. Кое-какие покупочки я заодно покажу. Ну все, хорошее, мы сходили, погуляли. Ну как сказать, а-ля погуляли, конечно.
дошли до, ну там у нас такой маленький торговый центр, там находится МВидео, сдала я свой увлажнитель, приняли они его с радостью. Срок дали 45 дней, и вот посмотрим, отремонтируют, либо будет возврат денежных средств, либо как бы обмен, что я захочу. Ну, я даже не знаю, что я сама хочу. Наверное, все-таки вернули бы денежные средства. Потому что не нравится мне, когда не успеешь купить покупку, и она там спустя какой-то там 2-3 месяца, поработав, начинает барахлить. Это для меня непорядок. И вообще сейчас всю технику почему-то делают на авось как-то, вот на чуть-чуть. Если раньше делали технику, я помню, мы там покупали и холодильник, и телевизор, ну это вообще, то есть долговечно все служило, а сейчас это непонятно что. Так, ну хочу с вами поделиться все, что же я приобрела. Сейчас чуть-чуть я вас опущу. Значит, зашли мы в Фикс Прайс после видео, посмотрела, там, кстати, чайники, небольшой выбор, надо ехать в этот Метрополис, там побольше видео выбора. И еще я смотрю, выбираю гриль, я хочу приобрести гриль, так как у меня сейчас правильный образ жизни, там, кто называет ПП, то есть правильное питание, но я не считаю, что это на какое-то время должно быть, это должно быть на постоянку, если ты хочешь быть здоровым, быть энергичным, быть сильным, и, соответственно, все за этим стоит. Я в итоге обязательно сниму свою историю, свой ролик, чтобы рассказать, с чего я начинала, с каких килограммов, поверьте, это было очень много. И я вижу результат и по сей день, то есть у меня осталось там несколько килограмм, чтобы убрать, и чтобы уже можно сказать, заявить, вот, я это сделала, значит, сможете и вы. Значит, поэтому я хочу купить гриль, чтобы в дальнейшем поддерживать режим питания. И вообще мне, когда на гриле, очень нравится, когда готовится пища, вкус, аромат и качество. Соответственно, я сейчас полностью отказалась от подсолнечного масла. Если что-то я делаю, там мясо или рыбу, только на этом, боже мой, кокосовое масло. А салат я, если делаю, заправляю там одну столовую ложку только оливкового масла. Ну, вот так вот. Но об этом потом. Значит, зашли мы, ну, посмотрели грильки, и стоит выбор между Борком и Тефалем. И больше всего, вы знаете, цены не маленькие. Когда ты покупаешь такую стоимость, ты хочешь, чтобы она тебе прослужила долго. Но раз на раз не приходится, не знаю, или еще что-то. Я бы вас хотела попросить. Я знаю, что у многих есть гриль, вы хозяюшки. Если вы можете, напишите, пожалуйста, в комментариях ваш опыт, ваш совет, ваши рекомендации, какой лучше брать гриль, какой марки. И если вам она служит долго, качественно, потому что у меня не было никогда гриля, я обязательно хочу это приобрести. И мне нужен, конечно, ваш отзыв и ваш совет. Я буду вам очень сильно благодарна за это. Я прошу прощения за мой голос. Я здесь вот сижу, попиваю водичку, чтобы когда першит. Так что немножко буду подкашливать. Значит, следом мы пошли в Фикс Прайс, зашла в Фикс Прайс. И много покупок не было, приобрели вот такие вот влажные салфеточки, ихние КТ, ихние самые такие популярные салфетки. Они универсальные, антибактериальные, эффективно очищают, и их можно использовать везде, в самолете, в машине, в рюкзаке, в домашних каких-то бытовых условиях, что-то там убрать, протереть или что такое. Достаточно как бы недорого, присмотритесь, очень классные салфетки. Взяла вот такие вот губки, несколько пачек, вот вам показываю, меламиновая губка Ластик. Вы знаете, я прям 100% оригинальный немецкий материал, очень классные губки, я их использую везде, то, что касается пластика, белого, не белого. Очень хорошо все очищает, оттирает, даже там холодильник, или взять мои белые кеды кожаные, то есть прекраснейшее. Поэтому присмотритесь обязательно, как бы
недорого, 50 рублей они там стоят. Также взяла, не могу я без этих тряпочек, хомбом, полотенца универсальные, вискозные. 99 рублей стоит, 80 штук. Отлично впитывают, многофункционально, предназначены для сухой влажной уборки, мытья любых поверхностей, отлично впитывают влагу, собирают пыль, не оставляют ворсинок, полируют поверхность. Взяла аж две пачки, потому что, чтобы в следующий раз не ходить, потому что расход у меня достаточно, ну, такой большой. Я уже не раз говорила, я их использую как тряпки у себя на кухне. Очень часто меняю, у меня стоит рулон, и я как бы меняю, потому что я не люблю, когда тряпка долго используется, некоторые ее даже стирают, еще что-то. Я никогда этим не занимаюсь, и вообще для меня это я лучше выкину и новую, ну, как бы возьму, и все будет нормально. Нет, я не, ну, как бы не люблю все это делать, поэтому я, чешется нос, обязательно вот эти вот тряпочки всегда приноровилась, покупаю, и мне как бы устраивает, нравится. Здесь классно они прям на кухоньке идут. И еще я приобрела вот такой вот набор пластмассовых мисок. Значит, здесь идет 1,2 литра, 2,1 литр и 3,2. Пластем. Вот такой вот цвет мне... Ой, сейчас пух улетает еще на улице, начинает. Такой вот цвет мне понравился. Классный, да? Здесь вообще прям суперский цвет. Вот, еще не распаковывала, даже сразу вам показываю. У меня есть 4 миски, 2 больших, 1 средняя, другая маленькая. И все они разных цветов и размеров. И что-то как-то мне это все надоело, я решила их. И уже пора менять, потому что пластмассу я очень часто меняю. Но пластик — это пластик, да? И как бы я что доски, что миски я очень часто меняю. Поэтому... Мне их надо выкинуть, а эти поставить, им не надо, мне 4, мне 3 достаточно. Большую я всегда использую, если я делаю фарш, я сама делаю фарш. А у меня есть этот блендер, там много функций, я делаю сама фарш из индейки, я использую только индейку, да. Вот, вторая мисочка, это, допустим, если надо сделать салат на всю семью или еще что-то такое, там, ну, маленькая миска, можно там на двоих, на одного салат сделать. И тоже, опять же, если что-то там небольшое сделать, я не знаю, там омлет сделать или еще что-то. Ну, короче, 3 миски достаточно, они будут одного цвета, и будет все, пух летает, я не собираю. И они будут, как бы, думаю, радовать меня. Это все, что вот я приобрела в фикс прайсе, ничего такого более я не нашла, и как бы ничего такого интересного нету, ну и, в принципе, ничего не нужно. Вот, что я еще хотела с вами поделиться, это моими недавнешними покупками, которые я хотела попробовать. Это косметические покупки. Я хотела попробовать, и все-таки я это сделала. Это марка Эстрады. Как произошло? У нас в метрополисе, я проживаю, город Москва, открыли золотое яблоко. То есть это... как это, парфюмерно-косметический магазин наподобие Литуаля, Ревгоша, ну, то есть, вы все знаете, да, золотое яблоко. И там представлены все-все-все марки, практически все марки и люксовые, и масс-марки, то есть много марок представлено, вот. Ну, я как бы зашла, вообще в последнее время меня как бы не интересуют всякие эти косметические, у меня достаточно всего много, и у меня нет никакого желания вот что-то как бы вот, ну, покупать, наверное, вот так вот. Вот, и я зашла, просто думаю, ну, дай посмотрю, что там есть, что представлено. И я знала, что Эстрады и много других марок, они вообще как бы нигде не представлены. Ни в Литуале, ни в Ревгоше, надо там через интернет заказывать. А хотелось. Вообще Эстрада марка – это испанская марка, и она достаточно экономичная. Вот. И за счет того, что у них недостаточно много они денежных средств используют для упаковки, но акцент делают на... продукте, то достаточно, ну, от этого и складывается цена. А я увидела Эстраду, значит, там как у них корнер такой стоит, и думаю, дай-ка
ну, я удивилась, что есть, обрадовалась, и думаю, да-ка я вспомнила, что у меня где-то там в подсознании есть списочек, что я хотела попробовать. Я вообще первоначально хотела попробовать ихний хайлайтер, Lume Neo. Ну, короче, я не испанец. Я не смогу это все прочитать. Вот такая упаковочка. Вот. Сзади все на русском. Да, здесь написано Estrade Illuminique. О, компактный хайлайтер. Нежная шелковистая текстура, легко наносится, растушевывается, сливаясь с кожей, мельчайшие частицы создают эффект естественного сияния кожи без блесток. А здесь 7 грамм. Так, срок годности большой, до 2022 года. Но сухие продукты, они и дольше держатся, поэтому как бы это же не жидкие продукты, там бактерии не разводятся. Такая вот упаковка, она достаточно, ну, видите сами, да, без зеркала, без всего, дешевенькая. Вот сам хайлайтер, да. Он такой, и там был двух цветов, оттенков, извиняюсь, желтоватый шампань, да, и вот такой вот розоватый. Я взяла с розовинкой. Посмотрите, какая. Вот он такой кусочек, чтобы было видно, насколько, да. То есть я взяла, сейчас, знаете, вот так вот я на скулы сделаю, на скулы, на эти косточки сделаю, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Но я видела отзывы, видела, как, вот видите, как переливается, посмотрите. Очень шикарно, девочки, присмотритесь, просто присмотритесь. Самое удивительное, что цена, ой, не соврать, не помню, но не больше 300 рублей. 250-260, ну, за такие деньги вы понимаете, да? Вообще шикарно, посмотрите, как переливается. Вот так же, вот я наносила, вот здесь вот, да, видите, как вот. Вот он, на носик. Шикарно, шикарный вообще. Очень мелкая текстура, действительно, как и заявлено. Очень мелкая. Я слышала отзывы, я слышала, как хвалебные отзывы на YouTube, у других блогеров. Я хотела попробовать, и я это осуществила. Что шелковистая текстура, что действительно мельчайшие частички, вообще не чувствуется. А на руках это чувствуется, вот когда ты вот, ну, делаешь сводч, да, вообще такой бархатистый, прям очень нежнятинка, прям нежненький, то есть не чувствуется. У меня есть Никс ужасный, а у меня есть Мак, ну, так, средний. А есть еще другие марки, но вот этот вот мне очень понравился. Вот я еще раз показываю вам сводч, какой переливающий эффект. Очень классно. Ну, и, естественно, я не взяла один этот, так, хайлайтер. Я вспомнила, что у них есть скульптор, чтобы подчеркивать наши скулы, у кого их нету, в том числе у меня. У меня их от природы нету, прямоугольное лицо, поэтому... Здесь тоже 7 грамм, тоже хороший срок годности до 22 года, это... Скульптор Estrade Mon Secret, компактный скульптор. Незаменимый помощник для коррекции рельефа лица. Благодаря мелкодисперсным частицам скульптор равномерно ложится на кожу, раздавая естественный эффект тени. Тоже упаковка такая, как бы акцент нет. Вот такой вот цвет. Цвет холодный, очень холодный, что очень классно. Ну, теплые вообще как бы я не люблю. Я вообще холодный цветотип, да? Сводч. Вот когда ты делаешь сводч, он такой достаточно, смотрите. Ну, в принципе, есть, да, он сводч. Вот он, да? И я сейчас на руку не смогу вам перенести так сильно показать, как он наносится на лицо. Я его, значит, на руку нанесла, посмотрела, такая, ну, думаю, классно вообще. Очень классно можно делать складочку. Ну, вот он, видите, я вообще прям постаралась как следует складочку на веки, да, сделать, как бы тоже можно. Вот он идет, скульптор. Но когда я начала наносить кистью, я немножко даже посадила пятно. Будьте осторожны.
Много не надо. У меня есть разные скульпторы. У меня есть и MAC, у меня есть и Inglot. Ну, мои самые ходовые, да, и которыми я пользуюсь. У меня есть Make Up Revolution. Что у меня еще есть? Кажется, все. И вот я приобрела вот этот, захотела попробовать. Тоже цена не больше 300 рублей. Такая же, что 250-260. Но, естественно, как бы за такую цену ты не купишь. Расход, видно, минимальный, что там и там. И самое главное, в ассортименте они быстро раскупаются. Если вы увидели, берите, потому что быстро раскупаются, и потом, чтобы им довозить, очень долго они там довозят. Вот такой вот скульптор. Он такой коричнево-кофейный, немножко даже, ну, холодный, то есть холодный оттенок. Главное не переборщить с кисточкой. Чуть-чуть нанесли и растушевали, ну, тушевку сделали, да, то есть как бы, что все нормально будет. Хайлайтер, видите, да? Вообще, вот просто классно. Тоже его приобрела, тоже сейчас как бы пользуюсь, нравится. В принципе, как бы мне Inglot MAC нравится. MAC у меня вообще давно, у меня уже там дырочка появилась, я его прям берегу. Вот, потому что он достаточно, ну, MAC дорогая цена. Но еще как бы далеко не уходя, я хоть захотела попробовать их не... Губные помады, у них разные есть, есть увлажняющие, есть как бы питательные, ну не питательные, а как это, ну то есть они не сыхают на губах, а такие полуматовые такие, они как говорят, да, есть чисто матовые, ну я полуматовую взяла, понравился мне вот такой вот цвет красивый, розовый такой, пыльно-розовый, очень красивый цвет. А люблю я такие цвета. Вот сейчас сделаю вам swatch. Очень красивый цвет. Вот. Она, честно, пахнет какой-то либо ягодкой, либо жвачкой, не знаю. То есть такой немножко есть у них вот такой вот цвет. Вот, смотрите, очень красивый. Вот, тем более, если у нас горелое лицо, летом вообще просто классно. У меня в оттенке 104. Я уже поносила эту помаду, тоже упаковка, как бы, понятно, что это. Я поносила уже эту помаду. Хорошо держится, не скатывается, вот здесь внутри вообще ничего нету. Она сходит с губ равномерно, что мне очень нравится, я не люблю. Не сушит вообще, наоборот, увлажняет. И в то же время она не исчезает вот сразу, то есть она не полупрозрачная. Она хорошо держится, хорошо носится. Может быть, поверхностный блеск уходит, а потом как бы нормально. Очень мне понравилось, и качество нежное, комфортное на губах. Вот она, как на мне смотрится. Такой вот оттеночек. Ну вот это все, вот я хотела с вами поделиться по поводу эстрады. Я сама хотела попробовать, все-таки попробовала. Ну прям вообще шикарно, шикарно. Я довольна своей покупочкой, что просто зашла, и что-то в итоге у меня получилось... Я там приобрела их нью-карту. Ну, получается, равносильно, если у тебя есть Lituale Revgauche, что меняешь на их, там получается до 20% скидка, так же, как все это действует. У меня просто золотые карты. И что-то я 600 копейками заплатила вот за три вот эти позиции. Я очень довольна. И качество действительно хорошее. Мне очень понравилось. Поэтому вам рекомендую «Золотое яблоко». Не знаю, может быть, это еще открыто, но вот «Золотое яблоко» в Метрополисе, поэтому бегите, кому, если хочет туда попробовать, пожалуйста. Ну, в принципе, это все, что я вам хотела рассказать и показать, поделиться своими маленькими покупками. Если кому была полезна по поводу марки «Эстрада», я буду очень рада, так что бегите, покупайте. Сейчас я хочу сделать ужин, сделать рыбу дорадо. Купила вчера тварь гречи и сделаю салат. Такой будет у нас ужин. Легкий и питательный. Я даже гречу не буду есть, я буду есть рыбу и салатик. А мои мужчинки будут вместе с гречей. На этом хочу с вами попрощаться. Всем всего хорошего. Ставьте пальчики вверх. И кому понравилось видео, подписывайтесь на канал и оставляйте, если хотите, свои комментарии, какие-то пожелания.
И есть такой один момент, девчонки, пожалуйста, не обижайтесь, если я просто получаю такие отзывы в комментариях, что кому-то не нравится, как я произношу какие-либо слова, неправильно делаю ударение или еще что-то. Вы знаете, мы все настолько все разные, очень разные. И я не преподаватель русского языка, я не преподаватель какой-либо школе, как некоторые подумали. Я 20 лет, ну, больше 20 лет работаю в индустрии красоты. Да, я могу преподавать в этой области, но я не преподаю в школе детям, там, я не знаю, подросткам, школьникам. И я еще такой момент, я считаю, что мы должны всегда оставаться внутри, в сердцах, в душе наши людьми и быть человечными, несмотря ни на что, до конца нашей жизни, по отношению друг к другу, к людям, независимо, какой мы национальности, как мы произносим, как мы разговариваем, и независимо, где мы проживаем, на каком уровне мы находимся, экономическом, то есть... что мы имеем какие-то возможности и так далее. Я всегда имею внутри себя одну такую поговорку, которая имеет свой смысл и какую-то весомость, что мы все мы ходим под Богом, но не все мы с Ним живем. И поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, когда, если вы видите, может быть, что-то я неправильно произношу или говорю, или что-то делаю. И самое главное, когда мне пишут такие какие-то там отзывы или задают вопросы, я отвечаю кратко, что я свободный человек, я как хочу, так и разговариваю. Потому что сама я никогда не впаду в осуждение и не буду давать такие комментарии, что так неправильно говорить, а правильно вот так вот. Потому что я, наверное, не имею на это права. Поэтому еще раз прошу вас не обижаться. Всем всего хорошего. Берегите обязательно друг друга, не болейте. Занимайтесь своим здоровьем, своим телом, своей жизнью. И будьте обязательно счастливы, потому что счастье строится на мелочах, и счастье мы сами себе строим. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео.